Всем привет, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша. Сегодня с вами будем играть в игрушку, которая называется Слендрина Асюлум. Я не знаю, как это переводится, типа Слендрина в школе или в... где еще? А суть этой игрушки в том, что здесь Слендрина вместе с Гренни ходит по этой школе и хочет нас убить, а мы должны каким-то образом выжить. Я даже не знаю, каким. Давайте, в общем, попробуем. Попробуем сделать это выживание. Выживание выжившим. Выжившим выживанию. Так, сейчас я настрою управление, чуть-чуть забыл настроить. Так, во, отлично. Супер, четко. Все. Итак, поехали искать наших бабушек и девочек. Тут какие-то звуки стрёмные постоянно, ребята. В общем, ставьте лайк, если вам эта игрушка интересна, понравится, если. Потому что здесь есть ваша любимая Слендерина и Гренни вместе. Так, я открыл дверь. Что же будет за этой дверью? Интересненько. Так, здесь есть какие-то шкафчики. Можно как-то дверь закрыть? О, можно. Так, даже можно нажать кнопку управления. Вот сюда. Типа, и эта дверь будет. О, прикольно. Прям очень прикольно, ребята, очень прикольно. Можно спрятаться. Только пока от кого? Неизвестно. Это секрет. Так, ребята, вы тут это... окно забыли... открыть. Можно выйти, пожалуйста? Можно выйти, я не хочу здесь сидеть. Так, давайте двигаться дальше. Ох, странно. Я, конечно, повелитель бабок. Слышал, как много раз наша бабка пердела, но это как бы не помогает мне быть бесстрашным прям. Так, в этой комнате ничего нету, ребят. Так, кто-то... Я слышал шаги какие-то, ребята. Так, ладно. Шаги давайте забудем. Забудем об этих шагах. Если честно, мне как-то стрёмненько. Как-то стрёмно. Ключ! Офигенно! Так, в ящике пусто. А вот ключ мы заберем в самый раз. Он нам пригодится, чтобы открыть, я не знаю. Ой, странный человек спал на этой кровати. Может, он это... засыпал стоя, как бы. Нет, её нельзя уронить. Никак. Эта кроватка не роняется. Откройте дверь. Фак, она... Я, если честно, я пересрался. Я прям перекакался. Короче, вы поняли. Я сделал все то, что можно было сделать в этой ситуации. Выход. Так? Что ж ты за... А, у меня слева ХП написано. Видите, я в Слендерину обычно ни разу не играл. Офигеть, это кресло бабки, которое было за решеткой. Ё-моё, просто ужас, ребята. Ужас, это то кресло, которое у бабушки было в этом. Помните, за решеткой там оно стояло, как бы. И вот оно, очень опасное, стрёмное. Так, больше нету этой тетки больной Слендеринки. Здесь где-то ребенок орёт. Кто детей забыл? Так, ясненько. Что здесь? А что дальше? Так, здесь ничего нету? Ничего. А, ключик. Сейчас опять появится эта тетка больная. Слендерина. А ну. Еще одна коляска, ребят. Мне кажется, они с такой игрой хотят меня посадить на эту коляску. О, это аптечка. Офигенно, типа святая водица. Типа горло пересохло, на попей, полегче станет. Но это не точно. Это очень не точно, как вы понимаете. Так, пусто. Ребят, у вас тут дверь сломала чуть-чуть. С ней что-то не то. Можно ее закрыть? Закройте, закройте ее. Так, ладно. Так, все, ее нету. От нее очень легко избавиться. А вот когда мы бабку встретим, я прям хочу... Хочу узнать, где наша бабушка. Так, шкафчик. А ну, пусто. Так, нашей тетушки, доченьки Слендеринушки нету. Вот, если шкаф здесь есть, значит, надо в нем будет прятаться. От Слендерина, вы видите, можно спрятаться легко. Просто берете и отворачиваетесь от нее. Она как Слендермен, то есть на нее просто не надо смотреть. А ну... Я еще один ключ профукал. Нашел еще одну записку.
Так, никого. Никого. Угу. Так, все в порядке. Все пока в порядке, ребята. Пока все в порядке. Блин, ключ. Блин. Так, есть аптечка, но аптечку мы не будем забирать, потому что она нам еще пригодится. Шкаф пустой. Так, запомните, аптечка находится здесь. В этом месте. Еще один ключ. Давайте мы как раз пойдем в ту дверь, которую мы вон не смогли открыть. Это, по-моему, следующее. По-моему, или это? Это, по-моему. Да. Так, с этим ничего нельзя сделать. Шкафчик. Мне кажется, здесь записка. Я что, просто так ключ потратил? Просто так? Fucking the bitch! Как бежать? Как? Как? Блин. Бабушка какая-то неадекватная оказалась. Вообще, ребята, вы видели эту дичь просто? Я в шоке, ребят, я в шоке. Это такая... Ну, я не сильно испугался, я был в безвыходном положении. Я прям не знал, что делать. Бабушка здесь какая-то вообще дикая. Очень дикие, ребята, очень дикие бабушки здесь. Ей поплохело прям. Ладно, давайте. Давайте. Опа. Прям стрёмненько. Так, забираем страничку. Нам надо 8 страниц найти, типа мы сможем узнать, где ключ от главной двери, или типа этого. А реально, а как прятаться от бабки, если она вот как бы бежит быстрее тебя? Здесь ускорения нигде нету, кстати. То есть ты не можешь ни ускориться, ни... Так... Шкафы. Прикольно, шкафы стоят здесь. Бабушки и сандрины нету. Но здесь, к счастью, бабка не утром тебя убивает. Но с другой стороны, ты игру не проигрываешь сразу, если она тебя убивает. Здесь как-то надо понимать, то есть, когда бабка тебя ищет, а когда нет. То есть, когда она начала свою дикую охоту. Фак. Все в порядке, девочка. Девушка. Девчуща. Дивонная. Фак. Ребятка, вы чё? Вы чё, я не хотел этого, как понимаете? Я по максимуму стараюсь, чтобы этого не происходило. Тут надо помнить, в каких комнатах есть шкаф. Мне хана. Открывать можно спрятаться? Нет, ну вы издеваетесь. Как ее бить? Как ее бить? Бабка, у тебя с языком проблемы какие-то. Уйди, я не хочу тебя целовать, бабушка. Ну ты качалку? Качалку какой-то. Инвалидное кресло, тебе туда надо, бабушка. Мансуй. Садись в кресло. Она не хочет в кресло садиться совсем. Ребята, я не знаю, как... Напишите, как убегать от бабушки. Я не понимаю вообще, как можно от нее убежать. То есть я стараюсь, но он вообще не убегает. Давайте последний. Давайте пропускаем рекламу здесь четко. Все, давайте play. А очень стрёмная сландерина. Сландерина не стрёмная, от нее просто прячешь глаза и все. И ты живешь. А вот бабушка здесь прям дикая. Прям дикая бабушка. Блин, замок. Замочек это опасно. Так, давайте двигаемся. Что здесь есть? Здесь ничего нету. Идемте дальше. Подходим. Так. О, эта дверь открыта. Ключ есть. Ключ это хорошо. Очень. Вон бабушка идет.
Блин, она быстро идет как-то. Есть шкаф? Мне шкаф нужен. Шкаф. Шкаф. Ну дайте мне шкаф. Мне кажется, она меня догонит сейчас. Нет, ребят, мне не кажется. Она меня точно догонит. Быстро. Быстрее. Она просто выломала дверь к чертям, ребята. Она просто выломала дверь. Че, надолго будет? Сколько она стоять будет здесь? Вот она ушла наконец-то. Ребятки, в общем, дальше мне пока стрёмненько. Давайте на вторую серию прохождения оставим. Вы подсказки можете свои написать. Слендерина даже здесь ходит? Офигеть. Или это не Слендерина? В общем, ребятки, если вам понравилась серия с этой новой бабкой и новой Слендериной... Чё это такое? То ставьте лайк, короче, подпишитесь. А меня пасут здесь. Я чувствую, я уже не выйду. Меня пасут прям. По сути, сильно. Короче, с вами был Крэш Паша. Всем спасибо, всем пока.